В праздничной программе приняли участие детские и юношеские творческие коллективы Анапы, а также спортивные школы города. С каждым годом уровень подготовки анапских спортсменов возрастает. В каждой спортивной школе курорта есть чем гордиться. Мастерами спорта, чемпионами, призерами всероссийских и международных соревнований. Наш город всегда был всегда спортивным. У нас есть чем сегодня похвалиться. Есть у нас результаты, есть у нас достижения. И это благодаря тем, кто занимается детьми. Спортсменов, которые своими успехами ежегодно прославляют наш курорт, их тренеров, директоров спортшколы, ветеранов спорта, наградили почетными грамотами главы Анапы Сергея Сергеева. Это радостное событие, что люди хотя бы в этот день, даже те, кто никогда не занимались, мимо пройдя, могут поиграть, попрыгать, посмеяться со всеми. Благодарность за то, что мой труд не остается, как некоторые думают, незамеченным. То есть физкультура в школе обычно это так, а физкультура. Ну вот, грамота это дает свои плоды. Также со сцены вручали удостоверение с присвоением звания мастера спорта России. Воспитанница спортивной школы номер 4 Кристина Усова теперь мастер спорта по дзюдо. Девушка продолжает брать новые спортивные высоты. Недавно Кристина вернулась из Берлина, где на Кубке Европы по дзюдо заняла второе место. Я боролась 4 схватки. Вот, 3 выиграла, а финально, получается, проиграла давней своей сопернице из Бразилии. Ну, я ее уже выигрывала до этого. В этот раз не получилось и заняла второе место. Завершился грандиозный спортивный праздник на стадионе «Спартак» футбольным матчем между командами ветеранов спорта.